Всем привет! Мы в самом центре Москвы, самая середина лета. И сегодня наш друг Наник презентует свой клип «Бум» в чердаке, где и собирает всех своих друзей. Let's go! Вот, я захожу в клуб, здесь миллион друзей и миллион подруг. Салют, салют, как дела? Все нормально, как всегда. Вань, поздравляю тебя с выходом клипа. Это очень качественная, хорошая работа. Скажи ты сам, на сколько баллов, на сколько процентов доволен проделанной своей работой? Если мерить по 100-бальной шкале, я доволен на 274%. Клип очень давно снимался, в принципе, да? У многих артистов перегорает песня, перегорает клип, да, когда слишком долго он томится. Ничего не перегорело, все прям было под четким контролем. Давай тогда чуть-чуть про Soul Kitchen. Многие ждут нового сезона. Это будет открытие 18 июля, ровно через неделю, в парке Горького, в заведении, которое называется «Времена года». Что от тебя еще лично ждать? От меня моего альбома. Самое главное, это альбом. Либо конец августа, либо начало сентября. Но это прям плюс-минус. Это точные сроки, самые точные. Я знаю, что в iFamous работают очень много моих друзей. Я просто очень люблю этот журнал, передача, которая сейчас снимается, и всех моих людей и друзей. Я очень сильно люблю. Вот Ванька здесь стоит. Это Гилмор снимает, я не вижу из-за света. Гилмор? Не Гилмор. Гилмору огромный респект. Ваня Наник специально для iFamous.ru. My niggas and bitches. Яма. Как тебе клип Наника? Я считаю, что это действительно качественный, интересный клип, что редко снимают, потому что хорошие клипы интересные, на вес золота. Своих клипов когда ждать? В сентябре. Будет презентация клипа, обязательно вам сообщу об этом. Miss Sunday специально для iFamous. Как ты относишься вообще к творчеству Наника? Насколько долго ты его знаешь? Знаю Ваню где-то чуть больше года и очень рад вообще знакомству с таким творческим человеком. Не только вот даже в плане творчества, а прежде всего в плане его человеческих качеств. Очень открытый, очень талантливый, приятный парень, с которым приятно иметь дело. И вот я пришел сюда поддержать его, с его дебютным клипом поздравить. И желаю ему всяческих творческих успехов, только карьерного роста. И вперед, вперед, вперед. Я Александр Панаэтов, специально для iFamous.me. Ты знаешь, что скоро новый сезон Soul Kitchen начинается. Ты как будешь участвовать? Как ты, рад, не рад? Я отношусь всегда хорошо, к возможности спеть, послушать. Все клево. Тем более парк Горького, это крутое место очень. Что от тебя ждать? Где тебя видеть? Ну, Батишты я пока вот в РУ-ТВ попал, хип-хоп, черт. Не, клево, там все клево, а сейчас мы уже сделаем. Во-первых, такая маленькая эпишечка будет с музлом, который я не хочу ни телеканала никуда пытаться даже пихнуть. Это такое своеобразное музло. Вот, а осенью опять клип, опять новая формат, песня. По формату. Уже формат, да, в стиле как бы Газманова, как мы любим. Я Стас Маркевич, я пою песни, я талантливый, iFamous. У нас в гостях Саша и Степ. Здорово, я вообще думал, мы в гостях у Наника. Твое отношение к Нанику, к его творчеству, да? Ненавижу его. Ненавижу его песни. Когда ты начал его ненавидеть? Я начал его ненавидеть. Заочно, да? Уже? Заочно, я чувствовал, что... Не, на самом деле, я Ваньку очень люблю, я ему очень благодарен за трек «Фиолетово», который мы вместе сделали для альбома «Поле непробиваемый». Мне очень нравится, что у Ваньки есть определенное видение свое, и он к нему идет и движется. Вот даже сейчас вот я слушаю музон. Ванька делает музон, не похож ни на кого. У него есть будущее, которое скоро придет за ним. И он, Ваня, жди. Раз-два, раз-два, у микрофона Саня СТС, то есть Стас специально для iFamous.me. А скажи, как атмосфера, как тебе данная вечеринка? Очень отличная, крутая. Пришла на презентацию клипа на Ника. Бум. Очень здорово, мне все нравится. Я Диана Мэллисон, специально для iFamous. Я хочу, во-первых, Нанига поздравить с выходом клипа. И мы только что посмотрели клип, и я до сих пор в легком шоке, потому что уровень, который он показал, это, ну, нереальный. Мне клип очень понравился. Спасибо, Ваня, за кайфовый клип. Мои респекты. Это Нел, специально для iFamous.